Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. В данном видео я вам расскажу, как отключиться от наушника JBL Tower One M2 с помощью вашего iOS-устройства. Для этого заходим в приложение настройки, выбираем пункт Bluetooth и выбираем наши наушники и нажимаем отключить. Наши наушники отключились с нашего iOS-устройства. Большое спасибо за просмотр данного видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш YouTube-канал и до новых встреч!